Добрый день, меня зовут Глеб, я инструктор по активному долголетию. Сегодня я представлю вам комплекс по физической культуре с палкой. Для этого вам понадобится любая палка, можно взять швабру, взять с собой хорошее настроение и улыбку. Начнем. Две руки поднимаем вверх и на выдохе выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, потянуться, вдох. Одну ногу оттягиваем назад, прогибаемся внизу, вдох и на выдохе уходим вверх, вдох, выдох, вдох. Выдох, потянуться назад. Хорошо. Напоминаю вам, что вдох у нас происходит через нос, выдох происходит через рот. Следующее упражнение – палочка перед собой и движение вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. К себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. По 4 движения. 4 вперед. Раз, два, три, четыре. На себя 4. Раз, два, три, четыре. Отлично. Палочку оставляем на уровне глаз. Следующее упражнение. Вправо-влево. Раз, два, раз, два, раз, два. Руки прямые. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. На вдохе встаем на носочки, потянемся за головой вверх. Вдох и опускаемся в выдох. Следующее упражнение. Палочка перед глазами. Поднимаем палку вверх. Раз, за голову. Два. Вверх три, исходное положение четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Опустим руки. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Отлично. Палочку кладем на плечи. Хват широкий. В сторону вправо-влево двигаем палку. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Полностью руки выпрямляем вправо-влево. Еще шесть, пять. 4, 3, 2, 1. Из этого положения поднимаем палку вверх. Раз. Тянемся. 2. Раз. 2. Раз. 2. В сторону вверх. Еще 4. 3. 2. 1. Отлично. Палочку оставляем в этом же положении на плечах и стараемся продвинуть ее вниз, полностью опустив. Раз. И поднимаем вверх. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Перед собой. Вверх. Полностью опускаем вниз. Поднять. Грудь. Вверх. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Еще четыре раза. Раз, два, три,
4. Раз, два, три, 4. Еще один. Раз, два, три, 4. Палочка остается внизу. Перехватываем палку. Берем хват сверху. Палочка влево-право. Стараемся держать руки прямые. Дальше отодвинуть в сторону. Раз, два. Раз, два. Спина прямая. Выдох, вдох. Выдох, вдох. 8. Хорошо. 7, 6, 4. Следим за дыханием. Дыхание равномерное. 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Следующее упражнение. Палочку поднимаем вверх. Следим за локтями. Локти у нас смотрят вверх. Раз, два. Потянуться вверх. Выдох, вдох. 8, 7. Еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Двумя руками, две руки. Вдох, упражнение на дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Левая рука вперед. Палочка. Палку берем за середину. В сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставляем палку. Включаем пальцы. Все пальцы сейчас работают, двигаются. Поднимаем палку вверх, опускаем вниз. 8, 7. Включаем, стараемся включить все пальцы в работу. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Перехваты. Перехватываем палку. Вверх, 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 вверх. Отсюда немного приопускаем и скользим до конца вниз. Поднимаемся вверх, перехватывая палку. И останавливая ее ближе к концу. Раз, два, три, четыре. Вниз. Раз, два, три, четыре. Вниз. Еще два. Раз, два, три, четыре, вниз, и раз, два, три, четыре, смена, вторая рука, прямая, вправо-влево, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение, пальцы, поднимаем палочку вверх, до конца, работаем, включаем все пальцы, и опускаем вниз. Еще вверх. Доходим до самого низа, перехватывая. Раз, два, три, четыре. Вверх. Раз, два, три, четыре. Приопускаем. Поймать. Раз, два, три, четыре. Приопускаем, поймать. И раз, два, три, четыре. Отлично, молодцы. Следующее упражнение посложнее. Стараемся сделать круг с палкой. Работают мышцы плеч. Круг. Раз, два. Заходим за спину и выходим. Раз, два. Раз, два. Спина прямая. Два. Раз, два. Раз, два. И меняем в другую сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Еще два. Хорошо. Последний. Отлично.
Следующее упражнение. Палочку опускаем вниз. Упражнение для ног, для тазобедренного сустава. Держимся за палку. Одна нога отводится в сторону, прямая. В сторону. Раз, два, три, четыре. На бок сильно не заваливаемся. Пять, шесть. Напряжены ягодичные мышцы. Пресс напряжен. Спина прямая. Еще четыре. Три, два, один. Стараемся делать это упражнение как можно медленнее. Еще показываю. Четыре, три, два, один. Отлично. Следующее упражнение. Это же нога. Упражнение называется маятник. Вперед, назад. Прямая спина. Восемь, семь, шесть, пять, носок на себя, четыре, три, два, один. Отлично. Смена ног, вторая нога. Раз, прямая, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маятник. Вперед движение, назад. Спина прямая. Носочек на себя. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Еще четыре. Три, два, один. Отлично. Следующее упражнение для голеностопа. Также нам понадобится палка. Палкой упираемся в пол и поехали. Движение вправо-влево. Рисуем восьмерку. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два. Раз, два. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично. Смена, вторая нога. Точно так же. Вправо-влево. Раз. Круг. Два. Три. Прямая стопа. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. На этом наше занятие закончено. Спасибо вам большое. До новых встреч. Будьте здоровы!